Привет всем, ребят! Вы на канале Алант Эндомаль, и сегодня мне купили магнитный дарт. Вот он такой, черная такая упаковочка, так скажем. Вот. Ребят, такое ощущение, как будто, знаешь, так сейчас берешь такой тыщ-дыщ-дыщ, как РПГ вообще. Сейчас я его успокою. Тут всего лишь так открыть. Вот, тут же торчат эти штучки. Вот. Вот такие сейчас. Сейчас еще достану там. Вот стандарт. Я сейчас это положу на пол. О, они как крепко держатся. Сейчас я возьму. И я буду вешать на свое место. Его повесил. И вот тут у меня вот три вот таких вот желтеньких дарца, таких магнитных. Там вот сейчас сделаем его чуть поровней. И у меня три желтых магнитных и три красных. Получается всего шесть. Сейчас я постреляю. Вот здесь вот как бы место, как вот сейчас покажу, как там делать. Здесь они так должны стоять. Можно, конечно, куда-нибудь в другое место убрать. Но я сейчас буду стрелять. Мой любимый цвет, кстати, красный. Напишите в комментариях, у кого какой любимый цвет. Ой, нужно еще параллельно поставить. Огромный. 14. 5. А тут так скажем. Между 20 и 5. Не знаю. Поставим 25. Как бы 25. Ой, опять. Я прям вот какой-то криворукий. Оно покатилось, нечестно. А у меня здесь было 17. Вышли на новый уровень. 16. Почти 50. Вот так один. Еще 18. Я сейчас еще постреляю. Я сейчас три раза здесь постреляю и три раза в другую сторону. Вот я перерву и покажу вам. Ну вот, почти 56. 13. 5. 1. Ничего себе, магнит не удержался. Ладно, повтор. 12. Ну еще раз. Я хочу вот сюда попасть. И я, знаете, как бы хочу, что как у меня 6, хочу одну сюда и около нее 5 здесь. Да вообще жизнь, сколько баллов тут, куча. 14. 1. Еще раз 1. 10. У меня прям близко все попадает. О, ребят, я попал! Я накатил. Я буду считать это как 100. Юху! Юху! И оле! Оле, оле, оле! И снимаем. Сейчас я положу на пол эти дротики, чтобы мне удобнее было. И перевернем. Вот. Здесь уже, типа, вот здесь, если сюда попадаешь, если вот так вращаться, у тебя 20. Ну, это вот так, круг. Но здесь уже больше. Как там 50, а здесь 8, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Самое маленькое это 10. Я думаю, что я попаду в сотку. Ого, 80 уже. 50. 40. Блин, ну почти она, как знаете, так летела. И вот так летела, здесь летела, летела. И здесь как будто так вниз, как будто отпустилась. Опять 80. У меня 3 раза по 80, 1 раз 40 и 2 раза по 50. Я считаю, это хороший результат.
Для начала. Еще раз. Ну вот я вышел за поле. Сто. Вот видите, ребят, это все вот это желтенькое, это 100. И он у меня вот здесь, прямо на краешке. И я победил. А если я вот так вот сделаю, ребят, смотрите, вот так отмерю. И вот так, 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 так. И прикиньте, я так запыльну, и мне попадется точно-точно так же. Ну, я думаю, что так не будет. Блин. Или вообще мне. Я даже выше поля. 60. Ну вот, нечестно. Она соскользнула. Это штрафной. Короче, еще раз бросаем. 80. Блин, ребят, вы это видели? Я в эту же штучку попал. И она отлетела. Ну, блин, это нечестно. Ну, еще раз я хочу, чтобы у меня будет очень-очень хороший результат. Она около 100 будет и скатилась. Ну, честно. О, сотка. Ребят, 200! У меня уже 200! Я уже стала... Чё? Смотрите, они вот так вот стоят вот. У меня как будто граница прямо. Жесть! Круто! Расширяем. И напишите в комментариях, кому какое поле нравится. Я сейчас скоро эти билетики положу. А, не суются. Но мне нравится... Мне это нормально. Но больше мне нравится как-то и поинтереснее, и покрашеннее вот это. И я оставлю ее будто так. Но если там буду, я и приворачивать смогу. На этом видео, ребят, подходит к концу. Всем пока-пока. Ставьте большие смачные лайкосики, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. А я продолжаю играть. И вот под каждый, который я бросал, 100, 200, 1, пофиг. Вы должны под всеми эти стать большие лайки. Лайк, босс, лайк. Я такую песенку слышал, небольшую. И куда они там уплыли? А, вот. Пока я поставлю.